Всем привет! Сегодня 21 октября 2019 года. Центр Талики финансовых технологий. Здравствуйте! Анастасия, здравствуйте! Вы можете мне прокомментировать избиение, которое тут было 2 недели назад? Вы были соучастником или свидетелем этого происшествия? Анастасия? Вот. Компания «Жулики-мошенники» и «Гопники» к тому же. Вот один из соучастников преступления, которое было совершено против меня. Смешно. Посмеемся еще. Здравствуйте. Вот они, жулье, сидят. Руководство у вас на месте? Что? Да, тут ничего не написано. Вы как-то прокомментировали? Можете прокомментировать? А? Вас запугали или что? А? Вас запугали, да, Анастасия? Или вы покрываете преступление? Я имею право не вести с вами дело. Имеете право. Вот полюбуйтесь, граждане. Соучастник преступления. Может быть и свидетель преступления. Все-таки я... Я хочу увидеть главного преступника. Я буду приходить сюда, пока не ответит на мои вопросы. И пока ваше руководство и все соучастники преступления не будут находиться за решеткой. Понимаете, да? Конечно, наше право. Наше право. Где-то у вас есть уголок потребителя? А, сделает. Вот они жули. Тут тоже служебное помещение? Или нет? А вон сидит еще один соучастник. Шлыков. Здравствуйте, Шлыков. Здравствуйте. Шлыков, можно вас пригласить? А чего так бояться-то? Анастасия, может, вы прокомментируете что-то? Или вы ничего не видели? И ничего не слышали. Вот контора жуликов, мошенников и гопников. Монастырская, 61. 5-й этаж. Сейчас спущусь на 4-й. Здравствуйте. Сергей, вы можете прокомментировать? Я не общаюсь с теми, кто не платит элементы. Что? Не общаюсь с теми, кто не платит элементы. А, это вы, значит... Вы, значит, это рассказали, да, людям? Все понятно? Все понятно. Алименты я плачу. Здравствуйте. Будьте добры. Посмотрите перед тем, как вкладывать в компанию, которая является жуликами, мошенниками, еще к тому же и гопниками. Здесь происходит избиение людей. Ага. Идите элементы получите, давайте. Ага, пойду прямо сейчас. А? Как? Следоба. Следоба, да. Следоба. Вот жулики. Спустись на 4-й этаж. Это 4-й этаж. Компания жуликов, мошенников и гопников. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как клиент сюда пришли, да? Можете зайти на мой сайт? Барышня. Нет, спасибо. Посмотрите перед тем, как вложить сюда деньги. Вот жулье, вот контора жуликов. Вот здесь они разводят людей, вот в таких кабинетах. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, вы как-то можете прокомментировать избиение 2 недели назад? Ты
Не трогайте меня, не трогайте меня, никуда не пойду. Идите. Никуда не пойду. Вы как там можете прокомментировать? Нет, без комментариев. А почему? Не трогайте меня, не трогайте меня. Идите. Куда? Куда хотите. Ну вот не трогайте меня. У меня ребро еще не зажило. Слушайте, Иван. Слушаю. Идите отсюда, пожалуйста. Идите вы. Здесь свободный вход в помещение. Вы как-то можете прокомментировать? Иван. Вы являетесь соучастником преступления? Иван. Что это за бред вообще? Это бред? Владимир, это вред, да? Понятно. Мне ребра сломали, это бред? Иван, идите, вот, пожалуйста, отсюда. Пожалуйста. На кого смотреть? На вас? Вот на этих жуликов. Ваня, Ваня, алименты лучше своей жизни. Да. Идите, платите женам, детям, водите, идите. Идите, платите. Понятно. Ветер. Позор. Какой позор? Да, позор. Конечно. Позор, алименты я плачу. Вы разберитесь сперва в ситуации. Сами разберитесь. Вот жулье, а. Вот же жулик, здесь только вы. Да, еще и соучастники, наверное, Ваня, да? Идите. Да не хочу идти. Идите. Конечно, чтобы все я идти. Выложу. Идите, выложу все. Идите. Идите. Вылаживать буду. Идите. Вылаживать. Идите, Ваня. Да не хочу я его. Чего вы ко мне жмете? Покажаться остается. Ваня, покиньте помещение. Да не хочу я покидать. Жулик, идите отсюда. Ваня, ты. Идите от меня. Идите, говорю, от меня, отойдите. Ты от провокатор. Меня. Да. Иди отсюда. Я провокатор. Меня издевают здесь. Ты провокатор, ведь. Я провокатор. Это ты провокатор. Ты провокатор. Ты жулик. Жулик. Ваня, мошенник. Идите отсюда. Да не машите передо мной, перед лицом, понял, да? Ваня, идите, покиньте отсюда помещение. Вот еще один жулик ходит. Да не буду я уходить. Ваня, ты жулик. Ты жулик. Иди отсюда. Вы украли у моей жены деньги. Вы жулики. Жулье. Ваня, если мы украли, подай в полицию. Все подал. Если все ты подал. Так в этом уверен. Да, я уверен. Иди отсюда. Ты соучастник преступления, свидетель или кто? Ваня. Или покрываешь преступление? Ваня, я адекватный человек, ты нет. Да, я не покинь помещение, я неадекватно себя верну. Вот Будаев Дмитрий. А вот Иван Шейков. Не оплачивает элементы, не кормит своих детей. Артист, актер больших и малых театров. Очень хорошее провели. Иван. Очень хорошее расследование. Да какое расследование, господи? Шерлок Холмс. Да, вот два Шерлок Холмса. А честно говоря, они жулики и мошенники. Хоменко Владимир. За элементы, кстати, садят, да? Да, меня посадят, наверное. Вас посадят? Да. Ваня, вас давно пора посадить. Да, я... Мне кажется, правда, вас пора садить. Да. Желательно на кол. Как еще? Да на кол вас. Это угрозы? Да вас, наверное. Какие угрозы, господи? Такие угрозы. Ваня. И что вы жметесь? Что Ваня, охранное тебе, предприятие... Чтобы тебе сжаться там, господи, уже упаси. Так отойди от меня. Что ты, навис там за мной? Да не хочу я здесь. Над вами то нависают, здесь, то угрожают. Вам, да, вам, да. Вам, вот кажется, еще один жулик. Страшно. Запомните. Алло? Да? Ну что, Иван, вы нам расскажете, ну, что-нибудь интересного? О чем я вам рассказывать? Что? Что-нибудь расскажите. Вы расскажите, когда деньги вернете, украденные. А? Жулье. Вань, у вас никто ничего не... Где у вас главный гопник? Иван, объясните мне, пожалуйста. Смеется тот, кто смеется последний. Пожалуйста, это несложно. Я думаю, на суде, на суд вас тоже пригласят. Только не знаю, в качестве кого. Соучастника, свидетеля. Все? Все. Что сказать? Все. Покиньте помещение. Идите, работайте. Работайте, обманывайте людей дальше. Лучше будете работать. Все. Будете, может быть, алименты бы своему жене и ребенку попросили дальше. Да, да, да. В начале 20 века компания «Джонсон Джонсон» Иван, у вас все? Сори, больше не тихо, если не будет. Вы так пытаетесь распределить свой YouTube? Да, именно. Здесь находятся жулики, мошенники и гопники. Посмотрите, пожалуйста. Вот еще идут. Один из них... Я понял, в чем фишка. Ваня, когда за элементы когда за элементы заплатить? А? А? Нет, серьезно. Скажите, когда будет элементы? Два жулика. Ну-ка, давайте-ка.
Вам даже сказали, что вы охренели и оборзели, когда это услышали. После чего вы пришли сюда и показали, что в вашей сумке все в порядке, оказывается, ее никто не крал. Хо-хо-хо-хо. Че, не так смешно становится? Жулик, мошенник, алименщик. Волосы не платящие. Анти-алименщик. Слушайте, мне кажется, человек просто пытается таким образом зарабатывать, да? Хреновая идея. Да, Вань? Не получается так зарабатывать? Лицо, давайте покажем этого жуликоватого человека, да? Вот он. Дмитрий Будаев. Да, это я. Жулик. Это еще надо поспорить. Сергей. А, жулик в нашей ситуации только вы. Да. Конечно, да. На сайте, да. На сайт можно зайти и увидеть, кто из нас жулик. Судебный пристав. Да, да. Вот там еще один жулик идет. Там все жулики, получается, Иван. Да, а тут одни жулики. А вы честный человек? Сейчас речь не идет не обо мне. Вы честный гражданин? Да, вы соблюдаете права и обязанности свои? Да, соблюдаю. А что ж вы тогда детям-то не платите? Старая пластинка. Как мне... А что ж не платите-то? Сергей, как давайте, мне... Давайте новую. Вам приятно в грязном белье? Вас деньги украли. Вам неприятно, приятно в грязном белье копаться? Чужое. То есть вы грязное белье, что ли? Нет. Вы в грязном белье копаетесь. Чем? Да в чужом. В личной жизни. Давайте. В личной жизни. Да, да, в моей личной жизни копаетесь. В вашей личной жизни. Да. Общая информация. Жулик. Да. Общедоступная. Общедоступная, да? Отлично. Вы злостный неплатящий. Вот откуда ветер дует по алиментам-то. Откуда? С вашего сайта он дует. Сайта судебных приставов. Да, судебных приставов. Ну, хорошо. На эти деньги можно Жигули купить, да? Можно. Жигули купить. Мы велосипед себе купили. Да, 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 велосипед. Купили. Камеры все вот эти. Да, камеры все. А где ваш фоторегистратор? Видео. Видеорегистратор? Угу. Какой? Жигули. Ну, какой слайм? Смелый. Смелый, подкованный. Вот, да, смеется. Конечно, смеемся. Чего не смеется? Скоро посмеется. Скоро посмеется. Скоро элементы заплатите. Вот не ваше это дело, понимаете? Как это? Вы идите платите элементы. Как? Вы нарушаете гражданский кодекс. Я нарушаю? Конечно. Каким образом? То есть алименты не оплачиваются. Злостно не платить. А, я алименты. Конечно, да. Мы вот за здравый смысл. Да? Вы ведь тоже, Ваня. Ой, жулье, а? Конечно. Вот жулье. Когда людям говорит, что вы соблюдаете законы, что вы сразу, почему вы решили не оплачивать? А почему вы накопили долги с 2010 года, Иван? Я накопил долги. Ну, как кто еще? Вы ну, для того, чтобы что-то говорить, вы разберитесь сперва. Да, там все, все, идите. Скажите, идите, работайте. Жулик, Николай. Может, жулик. Мы с вами разберемся. Идите, работайте. Вы идите отсюда. Я зачем хочу? Да, я хочу здесь сидеть. А мы хотим здесь стоять. Ну, все, вопрос исчерпан. Ой, жулье. Ой, жулик. Вот и все. Еще один жулик. Стоят, охраняют. А где можно увидеть жуликов главных, мошенников и гопника главного? А? Их нету здесь? Уже спрятались? Ну, сейчас только Климова прошла. Не знаете? Смеются пока. Ну ладно, смеется тот, кто смеется последний. Хорошо, да? Александра, правильно, нет? Она тоже ничего не знает. Тоже не знает ничего. Ну ладно. Узнают скоро. Ну что, друзья, берегите себя, своих близких и свои деньги. Запомните, компания Адсафт, жулики-мошенники и к тому же еще и гопники. Избивают людей прямо в офисе. Всем пока!